Музейная экспозиция «Слава воинам России», расположенная в здании культурно-досугового центра села Ершова, открылась в сентябре 2014 года с целью сохранения исторического наследия родного края и памяти о россиянах, в том числе о наших земляках, принимавших участие в защите чести и достоинства Отечества, многочисленных войнах, через которые пришлось пройти России на протяжении ее многовековой истории.